Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел встречу с заместителем генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром» «Межрегионгаз» Юрием Пахомовским и генеральным директором акционерного общества «ЦемРос» Вячеславом Шматовым. Вместе с членами правительства республики обсудили текущую ситуацию по газификации региона и дальнейшего развития одного из самых крупных промышленных предприятий и налогоплательщиков республики завода «Кавказцемент», входящего в состав «ЦемРоса». Что касается вопроса газификации, платежной дисциплины и реализации социальной программы президента России по социальной догазификации, то по всем направлениям республика идет хорошими темпами, получая полную поддержку со стороны группы компании «Газпром», которые на протяжении ряда лет являются важным стратегическим, а главное надежным партнером. За это время уровень газификации в регионе увеличен с 72% до 85%. Руководитель «ЦемРоса» рассказал о планах по дальнейшему развитию завода «Кавказцемент». В ближайшие 2 года планируется увеличить производственные мощности, количество сотрудников и повысить уровень заработной платы, которая уже сейчас выше средней по экономике в регионе. Рашид Темрезов отметил, газификация территории и развитие предприятий очень тесно связаны между собой. Главный плюс от такой синергии в общем социально-экономическом развитии Карачаево-Черкесии – в повышении качества жизни людей.